Привет! Это день рождения MTV Россия. Нам 16 лет. Мы устроили праздник во дворце на Яузе, и ты приглашен. Смотри внимательно, что будет дальше. А пока встречай. Открывает наша пати легенда среди российских диджеев и большой друг MTV – DJ Groove. День рождения MTV, легендарный DJ Groove, которого мы еще увидим сегодня. Groove!
Ростов завершил свой сет песней группы «Мумитроль» «Владивосток 2000». И 16 лет назад именно эта песня открыла эфир MTV. Я, например, прекрасно это помню. Мир уже не был прежним для миллионов тинейджеров. В том числе и для нас, ведь MTV – канал, на котором мы с вами выросли. А мы – новое поколение MTV. Победители проекта MTV «Новые лица» – Алекс Фо, Тата Миграбян и Валера Руденко. А я Инга Соболева, первая ведущая обновленного MTV Россия. Но, как вы понимаете, история нашего канала началась совсем не с нас. Сегодня мы вспомним, если не все, так точно многое. Мы знаем свою историю, и мы смотрим только вперед. Сейчас на эту сцену выйдет девушка-загадка. Она появилась из мультика, из виртуальной реальности. Сначала все думали, что это была великая Жанна Агузарова. Но не тут-то было. Все это была большая мистификация. На самом деле простая девушка по имени Наташа Ионова. Обладательница премии MTV Europe Music Awards 2003 года «Глюкоза» пришла поздравить MTV с днем рождения. Встречайте! Thank you.
Спасибо, друзья. Всем хорошего вечера. Вы чудесные. Однажды MTV изменила всю нашу жизнь и подарила нам новый мир. Сегодня мы вспоминаем все самое интересное и говорим: смотри вперед, смотри MTV. День рождения MTV в самом разгаре. И если не хочешь пропустить ничего интересного, оставайся с нами. Лучше никому ничего не обещать, пока не придет правильное время, даже себе. Я чувствовал, что скоро все изменится. И вдруг наступил момент, когда мне стало все предельно ясно, что я хочу делать всю жизнь. Это был мой выбор. И эта уверенность – та самая точка отсчета, с которой все в моей жизни пошло абсолютно иначе. Премьера «Путь к успеху» Энрике Иглесиас в пятницу в 23:00 на MTV. Скажи «нет» бабочкам, цветочкам и мимимишечкам. Только хардкор. Самые запретные клипы 18+ чарт по пятницам в 0:30. Новое реалити MTV Пляж Варшава. В четверг в 23:00. Сейчас на эту сцену выйдет артист, практически ровесник MTV. Тата, ты как всегда. Ему что, 16 лет? Валер, я не это имела в виду, понимаешь? Просто его клип «Улетели навсегда» — один из первых MTV-шных плейлистов. В этом году артист порадовал своих поклонников новым альбомом, песней и роликом к нему «Ты моя дива». Валер, говори это чаще. Встречайте Никита прямо сейчас на этой сцене. Позабытые слова.
когда я уходил, обо мне мечтала. Ты прости мне ночи, что дарю я не тебе, но я знаю, хочешь быть со мной наедине. Конечно, как же без него? Он стал популярным вместе с каналом. Легенда MTV. Децл. Окей, все знают трек, да? Гуляет,
есть о нем гулять, а? Школа, вечеринка, что? Уряцела дома, все двигают топами под музыку хип-хопа. Ближе к утру кости стали расходиться, и только тот, кто не устал, продолжает веселиться. Несколько девчонок уснули в кровати, я пушу милаш, и все окончено, пати. Помогите мне убраться, чтоб меня не попалили, чтоб меня не наказали. Родители извели, вечеринка удалась, квартира в порядке, если к отцу идешь, трать силы без остатка. Давайте пати полным ходом, что? Ех, гуляют все девчонки и yes, музыка играет, что танцы до упада. Родители на даче, значит, А сейчас Кириллу зададут пару вопросов. Первые, одни из первых ведущих MTV, Лика и Евгений. Друзья! Привет. Я смотрю, вообще, да, не изменились. В MTV дают какую-то воду, наверное, да? Ну, рассказывай, как жизнь твоя. У меня все хорошо. Я вот, видишь, взрослый совсем. Ты какой-то чрезвычайно взрослый. Бородатый. Волосы стали длиннее. Они стали везде. Даже здесь начали расти. Мы стараемся. Воды. Забирай вот эту прекрасную русалку, которую вот... Это первое лицо, которое я увидел, когда пришел на MTV, между прочим. Это ты. Да, ты этого не помнишь, но я этого помню. Вот этот человек первый. Забирай ее, ты пой. Первая любовь, самая чистая. Подожди, у меня тогда уже был ребенок. Какая первая любовь? У него первая, у тебя, я понимаю. Все, пока-пока. В курсе самых свежих новостей шоу-бизнеса. Живи в мире MTV. Подписывайся на наши аккаунты в социальных сетях. vk.com/mtvru, twitter.com/mtvru, Instagram MTV Russia, facebook.com/mtv.ru. Самая свежая музыка со всего мира. MTV Push. Рассказываем о новых и лучших артистах. Мы за музыку. MTV Push. Лучше никому ничего не обещать, пока не придет правильное время, даже себе. Я чувствовал, что скоро все изменится. И вдруг наступил момент, когда мне стало все предельно ясно, что я хочу делать всю жизнь. Это был мой выбор. И эта уверенность – та самая точка отсчета, с которой все в моей жизни пошло абсолютно иначе. Премьера «Путь к успеху» Энрике Иглесиас в пятницу в 23:00 на MTV. На день рождения MTV из Петербурга в Москву специально приехал Серж Греков из группы СТДК. Пролетело, все осталось позади, но мы-то знаем. Лучшее, конечно, впереди. Вот это пролетело, нас оставив позади, но мы-то знаем. Здесь сегодня вот снова ощутил настроение. Спасибо вам. Поздравляю вас с этим замечательным днем. В первую очередь поздравляю зрителей. Так понимаю, это новая аудитория. Она еще не захватила, видимо, этот клип в то время. Но радует, сегодня увидели и, может быть, даже послушают. Позади, но мы-то знаем. Лучшее, конечно, впереди. Вот это пролетело, нас оставив позади, но мы-то знаем. Пришло время расшифровать аббревиатуру названия группы. Были варианты «Сумасшедшая туса делает карьеру» и «Самая теплая душевная компания». На этот вопрос мы отвечали фактически на каждых своих гастролях и объявляли конкурс на расшифровку. Были разные варианты. «Стрелка твоей длинной колготки», «Сегодня только до колен», даже «Скелеты тусовщиков дальнего кладбища». Разные варианты были. «Сумасшедшая тусовка делает карьеру» — это наиболее близко, наверное. Еще был один замечательный вариант. «Столица таких давно бы купила, но Санкт-Петербург товарищи держит крепко». Серж, а что изменил MTV в вашей конкретной жизни?
очень правильный вопрос. MTV — это фактически судьбообразующий канал в моей жизни. Первый MTV, который я увидел, был отнюдь не русский. Это было английское и американское MTV. И было еще задолго до того, как наше MTV открылось. И то MTV, которое пришло совершенно случайным образом в нашу жизнь, благодаря какому-то короткому замыканию на кабельном телевидении, оно полностью поменяло наше музыкальное мировоззрение. Мы увидели ту музыку, которую мы хотели слышать и делать. И вот под, условно говоря, таким правильным прессингом MTV мы начали заниматься брейкдансом, хип-хопом и, ну, серьезно. До этого это были какие-то попытки, а потом мы стали делать уже серьезные треки. Мы знаем, что вы торопитесь на поезд. У нас буквально 40 вопросов осталось к вам. Вопрос такой. Скажите, вот сейчас хип-хоп — самое популярное направление. Все читают, все хотят круто читать. Как вы к этому относитесь? Вас это радует? Сейчас вот пришло то время, которого мы ждали. Когда хип-хопа много, когда он побеждает. И вообще, тут дело не только в хип-хопе. Вообще хорошая и правильная музыка. Сейчас даже вокалисты молодые, которых мы видим начинающих, они очень круто стартуют. То есть если в то время люди так вот немножко пытались петь, то сейчас это, очевидно, люди, которые уже прошедшие какую-то более-менее около джазовую, хорошую эстрадную школу и так далее. И мне кажется, нас еще ждут большие звезды. Кто нравится из современных хип-хоп-исполнителей? Вот только правду сейчас нам скажите. Абсолютно готов к ответу на этот вопрос. Группа Крэк из Санкт-Петербурга и, в частности, солист Фьюз с его сольным творчеством «Мой друг». Крипа Крипл, если вы знаете такого исполнителя, Глеб. Из Москвы очень люблю MC Чека. Вот сегодня будет Кирилл Толмацкий, будет из наших тоже парней. Да на самом деле много, я просто боюсь кого-то обидеть, да? Много, это хорошо. Это 10:33, новый став. Check it out. Окей. Качаем все. 10:33 на часах, эй. Темные очки на глазах, вороны кружат в облаках, странные круги на полях, летающие диски, финансовые риски, говорящие коты, накачанные киски, вип-списки, налоги низкие, бизнес по-русски, паспорт английский, псевдопатриот, задом наперед, что куда идет, никто не разберет, да, странный период, авось пройдет, или может солнечный переворот грядет, да. Распятый тур один. Если тебе плохо, знай, ты не один. Да, русские горки зигзагом серпантин. На поворотах мы не тормозим. 10:33 на часах. Темные очки на глазах. Вороны кружат в облаках. Странные круги на полях. Не лишним, а ведь сэнджи, альфа и омега, свега, не в номерах, рэп-альманах, шифры в рифмах, мысли форма оживает прямо в твоих мозгах, красочные слайды из самой глубины, незамысловатые приемы NLP, музыка гипноз, и только не спи, это даст ключи, ты главное бери, грамотно пойми, понял и вали, да, память предков, информация в крови, боевые ритмы, мы на них росли, оттачивая силу слова, на улицах Москвы косо не смотри, спрячь свои банды, в наше время что угодно может произойти, так что не тупи, не мямли, не крупи, уважай себя, уважай других, 10:33 на часах, эй, темные очки на глазах, эй, вороны кружат в облаках, эй, странные круги на полях, что? 2014 год, эй, рэп уже не тот, рейп уже не тот, да, все съело нефть вплоть до банкнот, это провал, но с нами Бог, танцуй не чую, но аллилуйя рок, Бог вместе с нами так между строк, Москва, Владивосток, Сэмпи, Ростов, снова в теле Дэдзл, сумасшедший дредлок, реинкарнация нового звена, да, хип-хоп, монстры, раста, мафия, муз-профессура, что по миру в турах, изучаем свойства звука в разных культурах, музыка, магия, вибрации.
объединяет массы в общем трансе. Йоу, смысл есть в танце, смысла нет в глянце. Новая религия в мировой экспансии. Йоу, 10:33 на часах, эй. Темные очки на глазах, йоу. Вороны кружат в облаках. Представление, так это он. Он так давно на ТВ, что мало кто помнит, как все начиналось. Иван. Я так понимаю, интонационно вы закончили вашу мысль. Иван! Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, здравствуй, родной канал. Здравствуй, моя жизнь. Здравствуй, Ирена. Здравствуй, Юля. Здравствуй, Тимур. Здравствуй. Валера. Валера. Здравствуйте. Вот познакомились. Тата, Таточка, нету микрофона, пока молчим. Итак, все, да? Небольшая предыстория. Когда мы участвовали в конкурсе «Новые лица MTV» и становились ведущими, Тата замолвилась, что она верит, что можно перешутить Ивана Урганта. Соответственно, сейчас ей предоставится прекрасная возможность посостязаться в остроумии с таким известным телеведущим. Тата, вам слово. Собственно... Я, конечно, ждала этого момента, знаете, так надеялась. Не верьте, это все ложь. Я такого не говорила, этого не было, неправда, честное слово. Я просто борзая, понимаете? Я не смешная, я борзая. Я просто не боюсь берегов, не почуяла, когда я говорила, говорю, перешучу, Ваньку Урганта, перешучу, а вот, может, и не перешучу, кто ж знает, и кто ж знает. Я же не знала, что вы же вот тут вот так вот, вот там против меня, а я-то вот здесь вот в юбке буквально так сижу, как будто бы бабушка не поверит. Отвечаю, она скажет, Ваня Ургант, тот, который вечерний, а я скажу, тот, который вечерний. Тат, поделитесь рецептом антибиотиков. Знаете, а это частая шутка в мой адрес. Вы не первый, не вы последний, собственно, до конца жизни мне слушать про антибиотики и тому подобное. Вы наркоманка? А вы? Поставили меня сейчас в тупик. Конечно, нет. Конечно, нет. Так и я, конечно, нет. А что же вы не шутите, Иван? Иван, да. Что для вас значит MTV? MTV – это жизнь. Дело в том, что MTV – это то, что я… вам сколько сейчас лет? 22. Мне 24, когда мне было 22, я тоже смотрел MTV. И я был большим поклонником этого канала. И я сидел, канал уже начал свою трансляцию. И это было время, когда очень многие вещи изменились. И действительно, мы смотрели клипы, и это было очень модно, и очень популярно. И здорово, что идут по телевизору музыкальные клипы, которые не прерываются новостями, например. Либо только новостями про музыку, которую ведет такой же, как и я, молодой ведущий Александр Анатольевич. На днях справили ему 73. Очень хорошо выглядит человек. Вот. А что касается меня, то я помню то время, когда я в 95-м году поехал, один из первых моих выездов за границу, и я брал с собой видеокассету для того, чтобы записывать клипы MTV, чтобы у меня была видеокассета, на которой были разные клипы. Я просто включал западный MTV и записывал целиком подряд клипы. Вот как сейчас помню, там был Питер Габриэль, там были Энни Ленокс, вот как-то вот, как вот такие артисты в основном. Друзья, 16 лет, круглая дата. Очень хочется пожелать, чтобы люди, которые заражены вот этим уникальным
желанием слушать хорошую музыку и при этом открывать глаза и видеть еще какой-то видеоряд, чтобы этих людей становилось больше, чтобы видели рождение новых артистов, новых ведущих, чтобы появлялись новые режиссеры, которые снимают видеоклипы. Потому что, как показывает опыт, жанр видеоклипа, который был на грани смерти, оказался вполне себе живучим. Спасибо. Спасибо вам, друзья. Спасибо. Слушай, я просто не могу в это поверить. Мало того, что я, простая девчонка, просто взяла и стала ведущей MTV в этом году, так я еще и встретилась с теми, на чьих передачах я выросла. То ли еще будет, Тата. Вечер, когда сбываются мечты. Мы никуда не уходим. Всем оставаться на своих местах. Скажи нет бабочкам, цветочкам и мимимишечкам. Только хардкор. Самые запретные клипы 18+ чарт по пятницам в 0:30. Новое реалити MTV Пляж Варшава в четверг в 23:00. Будь в курсе самых свежих новостей шоу-бизнеса. Живи в мире MTV. Подписывайся на наши аккаунты в социальных сетях vk.com/mtvru, twitter.com/mtvru, Instagram MTV Russia, facebook.com/mtv.ru. Что увидели на ваших экранах, выиграл номинации «Лучшее видео российского артиста» на премии MTV Video Music Awards на нашей вечеринке, так сказать, тусовке. Юлия Волкова, солистка группы «Тату». Привет, народ! И VJ MTV Ирен Понарошку. Юля, вы помните, как вы снимали этот клип? Конечно, помню. Дождь, холодно, 15 лет. Ну, романтика, конечно, такая была. Проскользнула. Народ, а вы-то это помните? Не говорите, что вы выросли на моих песнях. Ну, в общем, как-то так. Когда я заканчивала 4 класс, я тоже пыталась снять такой же клип. Сквозь дождь я шла через толпу. Я ни с кем не целовалась. Я не умела. Вообще ни с кем, собственно. Так что спасибо большое. А Ирен, вы живой свидетель буквально-таки рождения этого клипа. Да, я действительно была ассистенткой тогда, и моей работой было делать так, чтобы зрители кричали громко! У меня с тех пор осталась профессиональная деформация. На любой свадьбе, на любом дне рождения, корпоративе я начинаю кричать первой и аплодировать первой, даже если мне не нравится артист, даже если кто-то упал на сцене, я начинаю сразу визжать и аплодировать. Ну так вот, это все лирическое отступление. А действительно, я помню момент, когда клип «Тату» принесли на смотр. У нас был такой маленький телевизор, бетакамчик. Вокруг него собиралась команда MTV, и все смотрели клипы свежие, которые принесли, и решали вообще, попадают они в эфир, не попадают, или они попадают в программу «12 злобных зрителей», или сразу в шит-парад. И я помню, как включили клип, началось вот это «Носочки», «Шотландка», «Девочки». И мой начальник тогдашний, Петро Шекшеев,
такой страшный человек, уважаю его, спасибо. Просматривая этот клип, он говорил: «Ну, Шаповалов, ну, извращенец, ну, Шаповалов, ну, извращенец». Шаповалов — это продюсер группы «Тату». Но, несмотря на комментарии, клип он взял в программу «12 злобных зрителей». 12 злобных зрителей, зрители проголосовали за видео, клип попал в ротацию, и, собственно, все случилось. Спасибо большое. По-моему, это очень круто! Thank you.
как можно дальше. Музыка со всего мира. MTV Push. Рассказываем о новых и лучших артистах. Мы за музыку. MTV Push. Лучше никому ничего не обещать, пока не придет правильное время, даже себе. Я чувствовал, что скоро все изменится. И вдруг наступил момент, когда мне стало все предельно ясно, что я хочу делать всю жизнь. Это был мой выбор. И эта уверенность – та самая точка отсчета, с которой все в моей жизни пошло абсолютно иначе. Премьера «Путь к успеху» Энрике Иглесиас в пятницу в 23:00 на MTV. Скажи нет бабочкам, цветочкам и мимимишечкам. Только хардкор. Самые запретные клипы 18+ чарт по пятницам в 0:30. Она из первых виджеев MTV. Она крутая. Она легенда. Тута Ларсон? Ты угадал. Здравствуйте, Тута. У нас был сегодня первый опыт. Нам было очень тяжело, мы не спали ночь. Мы даже представить себе не могли, каково это. Мы сделали кучу ошибок. И, наверное, нам еще предстоит очень долгое время, чтобы исправляться. Я, честно говоря, не вижу особого смысла исправляться. Если ты настоящий VJ MTV, то все твои ошибки – это твой козырь. Ты можешь обернуть это в свою пользу.
Не стесняйтесь ошибаться, это круто ошибаться. Потому что вы живые люди. Вы единственные дикторы, которые могут себе на телевидении позволить ошибаться. Еще и над собой посмеяться, например. Спасибо вам. Не за что. Тута. Эти аплодисменты для вас. Пару слов благословения для молодой поросли. Я вот думаю, что значит быть хорошим виджеем. Мне кажется, тут очень важно соблюдать некий баланс. Ты должен помнить, что тебя будет смотреть та классная девчонка, которая так тебе нравится, и ты не можешь себе позволить быть отстоем. Тебя будет смотреть и слушать твой лучший друг, с которым у тебя постоянная конкуренция, кто из вас круче, и ты не можешь его не добить своей работой. Но тебя будет смотреть твоя бабушка, которая очень любит своего внука и следит за всеми его движениями. Вот найти баланс в этом, это очень круто. И заканчивайте подглядывать в бумажку, говорите своими словами. Туда. Если они у вас есть. Туда, я прошу вас, посвятите меня VJ MTV. Дайте мне пинка. Посвящаю. Ура! Так, Тута, и небольшая просьба, могли бы вы объявить следующего артиста? Ой, следующий артист – это целая эпоха и в телевидении, и радио тех лет. Честно говоря, я до сих пор думаю над одной строчкой из ее песни. Она открыла для меня целый метафизический мир вопросов, ответы на которые я до сих пор не могу найти. Звучала эта строчка так, и звучит по сей день. Кто-то встал, а кто-то никак не может встать, когда захочется. Линда! Два сердца, сплетались цепи, цепи.
совсем не стало больше. Вечеринка по случаю 16-летия MTV подошла к концу. А это значит, что начинается Новый год MTV Россия. Конечно, канал подарит вам множество премьер, как российских, так и мировых. Мы, новые лица, приняли эстафету от метров MTV. Карма, то есть связь времен, восстановлена. Но, как говорится, время вперед, ведь мы можем повзрослеть, а MTV всегда останется молодым. Смотри вперед! Смотри, MTV!